Описание сюжета сериала «Чужие грехи». 11 и 12 серия. Что может быть психологически тяжелее, чем пережить смерть любимого человека? Дарья Грин убеждается, что ничего. Домохозяйка осталась матерью-одиночкой, вынужденной самостоятельно воспитывать двух детей. Как выяснилось, потеря мужа является только началом череды страданий, обрушившихся на бедную вдову. В жизни надолго начинается черная полоса, и судьба героини становится похожей на страшную сказку. Даша становится главной подозреваемой в убийстве своего супруга. Как ни странно, у нее нет алиби, и следователи установили, что героиня имела мотив для преступления. Кроме того, обстоятельства складываются так, что дочь несчастной едва не попадает в лапы работорговцев, а у сына Грин возникают смертельно опасные проблемы с наркоторговцами. Вся предыдущая жизнь, которая казалась такой счастливой и безмятежной, в одночасье рушится и погружает вдову в водоворот глубочайшей депрессии и жутких событий. Дарье придется самостоятельно решать одну проблему за другой. В том числе, проводить расследование, чтобы доказать свою невиновность в гибели мужа. Ведь тюремный срок поставил бы крест на ее попытки спасти детей и хоть как-то наладить собственную жизнь. 29 апреля в сериале «Чужие грехи» 15-16 серии вы увидите, что может быть ужаснее, чем пережить кончину своего любимого мужа. Дарья Грин считала, что ничего. Но внезапно выяснилось, что ее жизнь сейчас стала похожа на страшную сказку, чем дальше, тем она страшнее. Дашу стали подозревать в том, что это она убила мужа, а ее дочь не попала в руки работорговцев. А сына Дарьи подставили торговцы наркотиками. Дарья теперь должна понять, кому можно верить, а кому нельзя ни в коем случае.